кто? Вуди и его друзья. В мультфильме «Пройдоха в седле». Режиссер Пол Смит. Художники Лес Клайн и Ал Коу. Сценарист Кэл Ховард. Композитор Уолтер Грин. Продюсер Уолтер Ланс. Этот рассказ повествует о бесстрашных всадниках, почтальонах из службы Pony Express, возивших почту между Сент-Джозефом, штат Миссури, и Сан-Франциско. Pony Express. Как мне быть? У меня больше нет всадников. Эта работа слишком опасна. Флойд Брукс, спокойся с миром. Ал Глен погиб, но не забыт. Боб Миллер, он был отличным парнем. Билл Герайти, где он теперь? Привет, дорогуша! Эй, парень, поди-ка. В чем дело, папаша? Умеешь ездить верхом, сынок? Не смеши меня! Гляди! Вперед! Вперед! Йо-йо! Э-хэ! Ого! Йо-йо! Ого! Ху-ху-ху! В атаку! Ага! Ау, он спятил! Йо! Йо! Ва! Ну как? Умею я ездить верхом! Да, ты принят! Принят! Готов к исполнению задания, сэр! Доставь эту открытку в Сан-Франциско и не забудь поставить штемпель! А, значит, штемпель! Яу! Вперед! Смена лошадей. Будь готов, для нового ездока приходит время сменить лошадь. Вот и я! Руки вверх! Меланок, бежим! Прячься вон там! Кажется, он ушел! Эй, прекрати! Отдавай мне мешок с почтой! У меня нет мешка с почтой, только вот эта открытка! Ладно, возьму эту открытку! Эй, здесь нет штемпеля! Но это легко исправить! Эй, Меланок, нужно поставить штемпель! Вот еще кусочек тростника, Меланок. Я так рад, что мы расстались с этим безумным индейцем. Держи еще кусочек. Но это всего лишь койот. Говорю тебе, это просто койот. Кину-ка я ему кусочек. Вкусное. Кину-ка я ему еще. Надо посмотреть. О, не видел койотов с перьями. Дай-ка я ему еще кусочек на память. Вообще-то это просто камешек. Так, получайте. Вот они едут. Моя бросить на них большой камень. Отдохни, Беланок. Это старая индейская ловушка, очень хороший.
когда дятел подъедет, раз, и он в воздухе. Стой! Так наш герой достиг, наконец, пункта назначения. Белонок, это Сан-Франциско! Докладывает гонец Пони-экспресса, сэр. Вот доставленная открытка. А где штемпель? Штемпель? Белонок! Конец.